Добрый день, уважаемые подписчики мультимедиа лаборатории. Сегодня на установке вот такой вот Lexus GX460 в не очень богатой комплектации с камерой заднего вида. Ну, устройство показало, как выглядело. Вот. Установили вот такое вот устройство Tesla. Требует определенных доработок. Проводка устройства, проводка рассчитана под машину в топовой комплектации с круговым обзором. В комплектации вот такой вот, проводка требует определенных доработок. Покупая данное устройство в мультимедиа-лаборатории, вы избегаете этих доработок, то есть проводка придет в таком состоянии, в котором нужно. Просто все в разъем, разъем в разъем поставится. То есть работает климат. Работает камера заднего вида с поворотными линиями, работают парктроники, вы видите, работает аварийка, кнопки на руле. Станет все разъем в разъем, безо всяких доработок и всяких прочих дел. Обзор коротенький, рассказывать особо не буду. Устройство 464 плюс ДСП. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы, с удовольствием отвечу. С наступающим Новым годом! Поздравляет вас компания Мультимедиа Лаборатория.